сохраняйте эти видосы, пересматривайте, пускайте скупую мужскую слезу. А вот были времена, будете внукам рассказывать. Была такая машина Scania, еще была Volvo, и вот там... Later. Citroёn C7H. Это самая продаваемая модель грузовика на российском рынке вот уже много месяцев подряд. Еще пару лет назад об этой машине в грузовой или около грузовой тусовочке практически никто ничего не слышал. А сейчас уже много тысяч этих грузовиков колесят по дорогам постсоветского пространства. Но при всем при этом, что удивительно, об этой машине до сих пор ходит огромное количество всевозможных слухов, мифов, легенд, откровенной неправды. При этом в сети на данный момент достаточно много всевозможных роликов, статей об этой машине, но они, как правило, носят рекламный характер и практически ничего о ней толком не рассказывают. Что за Citroёn такой? Действительно ли это что-то мановское здесь есть? Или это вообще просто китайская подделка под ман? Короче, друзья, давайте во всем этом сегодня разбираться. Trax TV приветствует вас. Мы начинаем. Итак, кто такой Citroёn? А Citroёn, друзья, это один из брендов компании Sinotruk. Второй бренд это Hova. Есть еще два бренда, которые не встречаются на нашем рынке, о них мы говорить не будем. И вот эта компания Sinotruk входит в группу компаний CNHTC, которая расшифровывается как China National Heavy Truck Industry что-то. Но об этом мы не будем говорить, потому что это скучно, я думаю, вам и не интересно вовсе. Скажу лишь то, что эта компания в череде там реорганизаций, покупок, продаж входит корнями к 1956 году. Именно тогда, скажем так, прародитель Sinotruk начал производить грузовики. И сейчас это государственная китайская компания, кстати, производит огромную линейку грузовиков, автобусов, всевозможной спецтехники. Ну, а мы остановимся лишь на Citroёn. Причем сразу скажу, забегая вперед, что это лицензионная машина, созданная в сотрудничестве с МАНом. Это не подделка, это не клон. Причем компания Sinotruk начала сотрудничество с европейскими компаниями еще в 20 веке. Одни из первых европейских компаний, с которыми сотрудничал Sinotruk, это были Steyr, Daimler. Затем началось сотрудничество с компанией Volvo. Я думаю, многие помнят, что одни из первых грузовиков Hova, Hova это брат Citroёn, приходили в страны постсоветского пространства вот эти вот с кабинами от грузовика Volvo серии FL, вот эти квадратные кабины. Это было как раз в нулевых годах. Затем вот это продолжение сотрудничества с Volvo вылилось в установку кабин от Volvo FH 1-2 поколения на грузовики Hova. И в 2009 году Sinotruk начал официальное сотрудничество с немецкой компанией MAN. MAN на данный момент является обладателем 25% акций Sinotruk. И вот это автомобиль не копия, этот автомобиль не клон. Эта машина является ничем иным, как автомобиль MAN TGA. Напомню, что грузовику MAN TGA почти четверть века, поэтому далее мы будем рассказывать об этой машине. Просьба учитывать, что конструкция этой машины уже много-много лет. Мы сейчас находимся в городе Алматы, в республике Казахстан, на площадке компании ASAI, которая занимается продажей коммерческой техники китайского производства. Это не реклама, мы об этой машине рассказываем без какой-либо цензуры, все как есть. А вот, кстати, друзья, вот это и есть Hova, собрат Citroёn, который делается и производится компанией Sinotruk. Ну а мы продолжаем, собственно, рассказ. Начнем, конечно же, друзья, давайте с кабины. Несмотря на то, что вот эти аэродефлекторы, несмотря на то, что капот, бампер и оптика здесь совершенно другие, не такие, как на грузовиках MAN TGA, кабина при этом здесь точно такая же, точно такой же силовой каркас, боковые панели, крыша, задняя стенка, пол. Здесь все точно такое же, как на грузовиках MAN TGA. А, и вообще в линейке компании Sinotruk используются два типа кабин, собственно, как и у самого Мана. Это узенькое региональное исполнение и широкая кабина. В данном случае у нас широкая кабина. По высоте крыши, если у Мана есть три варианта, это низкая крыша, средняя крыша и высокая крыша с еще с окошечками над дверями, то у Sinotruk по высоте могут быть только два исполнения. Соответственно, низкая крыша и, как в данном случае, высокая крыша.
Так, друзья, давайте-ка внесем небольшую ясность. Дело в том, что ситраки продаются в десятках стран по всему миру. И вот рынка к рынку они имеют разные названия модели, а то и вообще, в принципе, название марки. И здесь интересная ситуация. Например, на российском рынке ситрак вот продается, смотрите, C7H и C7H Max. А в Китае она имеет название C9H. Давайте так вот для сравнения на авторушечке мы здесь найдем. Вот, смотрите, значит, C7H Max, вот так он выглядит, и C7H, который, собственно, у нас на обзоре. Разница между этими машинами в цене менее миллиона рублей. И если вы созрели на покупку китайца, то я бы рекомендовал, конечно, вам смотреть вот эту более свежую модель. Чем они отличаются? Вот давайте посмотрим сразу, ткнем вот это объявление. Другое оформление передка. И следующее изменение гораздо более существенное. Это, конечно же, совершенно другой интерьер, в отличие от базового C7H, который у нас на обзоре. Здесь уже максимально человекоориентированное исполнение, другие материалы, отделки, другая совершенно эргономика. И многие недостатки, которые вы далее по обзору увидите в базовом C7H, здесь уже они устранены. И вот как раз по поводу кабины, друзья, что я вам хотел сказать. Вот это топовая версия C9H или C7H Max. Он имеет еще и высокую крышу XXL, как у топовых манов TGA и TGX. Но вот в базовом C7H самой высокой крыши не предлагается. Ну а что касается цен на ситраки, то сейчас они подросли. Как вы видите, C7H Max, то есть более современная рестайлинговая модель, предлагается в районе 11-12 миллионов рублей, в зависимости от там, количества осей, в зависимости от исполнения. И вот базовый C7H чуть больше 10 миллионов рублей. Ну, как вы видите, за пару месяцев цена существенно на эти машины изменилась. Ссылочка на автору на ситраке будет в описании. Кликайте, перейдете сразу на подборку этих тягачей. А мы продолжаем обзор самого популярного магистрального тягача на рынке новых грузовиков. Есть, конечно, исполнение еще без спальника, но такая кабина используется у Синотрака в развозном грузовичке, в среднетоннажнике, аналог мановского ТГМ. Но такую машину я, честно говоря, сам в глаза не видел, поэтому о ней говорить что-то не берусь. Двери, ручки, рундуки, закабинные обтекатели. Все здесь точно такое же, как и у Мана. По ходовой части, друзья, давайте сразу проговорим. Здесь все то же самое, тот же Ман. Но все, практически все в этой машине сделано непосредственно в Китае, на китайских заводах. Например, компоненты Knorr-Bremse, Wabco, SKF, CF или ZTF. Все тоже собрано в Китае на заводах этих компаний, совместных заводах, но при этом собрано именно там. Значит, балка. Балка здесь стандартная, 7-тонная, без каких-либо ухищрений, но пакет рессор здесь состоит аж из трех листов. Если, например, тягачи МАН в Европе в основном идут на одной рессоре, то есть один лист рессоры переменного профиля, то здесь, как мы видим, достаточно серьезно подготовлены для тяжелых условий эксплуатации передняя подвеска. Далее давайте идем сразу парами. В данном случае у нас автомобиль отвечает экологическим нормам Евро-5, поэтому здесь расположен бак для мочевины. Двигатель здесь достаточно простой. Если вы знаете, Евро-6 мотор мановский, он уже там, это что-то с чем-то там, с двумя турбинами, с жидкостными интеркулерами. Здесь мотор достаточно простой, поднимем кабину, мы его обязательно посмотрим. По бакам, бака здесь два. Вообще от комплектации зависит. В данном случае максимальный объем топливных баков здесь он равняется 1420 литров. То есть вот этот бак 860 литров, тот бак 560 литров. Есть вариации с баком меньшего размера. В общем, друзья, это все зависит от конкретного продавца, кто какие
машины, собственно, заказывает у производителя. Рама здесь, не знаю, насколько качественно покрашена по сравнению с маном немецким, но хочу сказать, что у оригинального мана TGA рамы нереально хорошо покрашены, и даже спустя 20 лет выглядят очень и очень хорошо, если рама не подвергалась каким-то там воздействиям каких-то ядреных реагентов, то есть там машина какие-то химические бочки таскает, где-то ее обливают чем-то. В основном рамы в очень хорошем состоянии у мана. У Ситрака пока статистики просто нет, потому как рамы выдерживают агрессивную соляную среду. Что касается задней подвески. C7H бывает в следующих исполнениях, друзья. 4x2. Стандартный магистральный двухосный тягач. Есть исполнение 6x2 с подъемным ленивцем. Ленивец будет двускатный. Далее, следующее исполнение – это колесная формула 6x4. Вот 6x4 бывает двух видов по грузоподъемности задних осей. Вот такие 13-тонные мосты. Есть более тяжелые с бортовыми редукторами 16-тонные мосты. 16-тонные мосты идут только на рессорной подвеске. 13-тонные мосты в колесной формуле 6x4 могут быть как рессорные, так и с пневматической подвеской. А вот магистральный тягач идет только в такой конфигурации. То есть подвеска точно такая же подвеска, как на манах TGA. То есть кованые рычаги, 4 подушки, V-образная тяга. V-образная тяга с сайлент-блоком. Что интересно, на колесных формулах 6x4 рогатки или ласточкин хвост, он идет уже на шаре. Подвеска, то есть здесь мы рассматриваем конкретно эту машину, пневматическая на 4 подушках. Это одна из самых плавных и мягких подвесок среди европейских грузовиков. Ну а по задней части очень необычно выглядят, например, вот эти фонари, которые напоминают по своему дизигну и конфигурации какие-то мазовские, камазовские старые фонари. Стабилизатор поперечной устойчивости точно такой же, как на грузовиках MAN TGA, что неудивительно. Алюминиевые ресиверы идут по всей машине. Но один из главных и непонятных, необъяснимых фактов об этой машине, что у нее здесь какая-то странная проводка. Имеется в виду, что проводка сделана с какими-то невероятными запасами по длине. Если можно объяснить, почему проводка сделана запасом по длине в зависимости от длины рамы, окей. Но когда проводка сделана, например, на боковые какие-то габариты, да, на баке, на датчик уровня бака, тоже сделана с какими-то дичайшими запасами, вот это непонятно. И в итоге проводка с такими перегибами, вот с такими коленочками сделана. Естественно, это не есть хорошо при длительной эксплуатации, потому что неизбежно в гофру попадает песок, соль, грязь, влага. И вот эти перегибы со временем повреждается где-то изоляция. Естественно, проводка начинает в этих местах со временем гнить и в дальнейшем может преподносить сюрпризы. Но опять же, опыта эксплуатации этих машин пока не так много. Как она будет себя чувствовать через несколько соленых зим, покажет практика. Ну а пока единого мнения об этих машинах, друзья, нет. Кто-то их хвалит, говорит, что вполне неплохие себе грузовики Ситрак, кто-то плюется и говорит, что это плохая машина, давайте верните нам европейцев. Но, друзья, пойдемте рассказывать дальше параметры. По левой стороне рамы у нас, как уже упоминал, бак на 560 литров, причем переключение баков у нас осуществляется из салона. Здесь у нас аккумуляторный ящик, причем аккумуляторы здесь располагаются один над другим. В других модификациях, если у нас идут баки поменьше, например, бывает конфигурация, что аккумуляторы стоят рядом, горизонтально. Здесь находится выключатель массы, находится он в легко доступном месте. Резина здесь идет китайская, и в данном случае резина с таким забавным названием Чао Янг. Почти прощай молодость. Колеса здесь стандартные, 315-70 на 22,5 посадочный диаметр. В принципе, вот так смотришь, практически все один в один, как на манах TGA. Но, может быть, модуляторы только немножко другие отличаются. Все здесь точно такое же, за исключением зеркал заднего вида. Зеркала заднего вида здесь совершенно другие. И в основании этих зеркал камеры бокового обзора, камеры обзора мертвых зон. А вот одно из главных отличий от прародителя, от мана TGA, это полностью светодиодная головная оптика, то есть и ближний свет, и дальний свет здесь светодиодные. Причем это
идет в базовой комплектации тягача колесной формулы 4х2. На машинах колесной формулы 6х4 там уже идет обычный бампер и галогеновый головной свет. А здесь единственное, что из галогенового, это противотуманка. Что удивительно, здесь светодиоды, здесь галоген. И примечательный тот факт, что это идет в базовой комплектации, тогда как у большинства производителей светодиодная оптика является там ультрапупер какой-то опцией, за которую нужно доплатить обычно немалую сумму. Здесь это уже в базовой версии, что не может не радовать, учитывая цену на этот грузовик. Ну, по остальным отличиям Монтмана ТГА понятно, да, что там несложно сделать другой бампер, несложно сделать из композитных материалов другие аэродинамические щитки, облицовки, капот, козырек и так далее. Причем все это сделано, естественно, скажем так, на азиатский манер. Вот эти обязательно раскосые фары, побольше крашеного под хром пластика. Вот здесь находится пульт электроподъемника кабины, мы им чуть позже воспользуемся, а вот здесь идут некоторые отличия. Отличается, например, крышка. В Мане она снималась одним движением, здесь нужно вот таких кучу застежек отстегнуть, открутить винты, чтобы добраться до салонного фильтра. Здесь в этом плане сделано несколько затейливо. Отличается расширительный бачок системы охлаждения и отличается, как я вижу, немножечко у нас кассета радиаторов. Здесь, само собой, установлен кондиционер. Не просто кондиционер, а климат-контроль. О нем мы тоже чуть позже поговорим. По точкам сервиса, друзья, здесь располагается, как и на Манах, горловина для залива незамерзающей жидкости. Так, вот здесь располагается щуп. В отличие от, опять же, прародителя, от Мана, щуп здесь есть. Напомню, что на Манах для того, чтобы посмотреть вручную уровень масла, необходимо обязательно поднять кабину. Ну, а здесь это можно сделать, вот подняв капот и извлечь достаточно щуп, чтобы оценить, сколько здесь масла. По подвеске кабины. Подвеска кабины здесь пневматическая. Ну, в общем, друзья, просто топ-жир, а не автомобиль. Давайте-ка теперь посмотрим, что за двигатель и коробка на этом грузовике. Смешно, я все-таки чувак. Сейчас говорю, поднимем кабину и закрыл капот. Что мы для этого делаем? Как вы видите, если в обычных грузовиках без электроподъемника, чтобы водитель не забыл открыть капот, здесь устанавливалась вот эта труба-усилитель для монтажки. Здесь установлен пульт, то есть, чтобы поднять кабину даже с пультом, обязательно нужно открыть капот. Здесь предохранительный колпачок, мы его убираем. Предварительно убрал вроде как оттуда все тяжелое, чтобы у нас при опрокидывании ничего не улетело со спальника на лобовуху. Так, конечно же, сначала нужно переключить флажок на подъем. Сейчас флажок у нас переключен на опускание. Итак, погнали. Обычно я вот в этот момент видео в любых других тест-драйвов очень сильно запыхался. Все-таки возраст дает о себе знать. А сейчас я вот так спокойненько на расслабоне с пультиком стою, поднимаю кабину. Хотя на самом деле вот пульт, кстати, можно было сделать подлиннее, чтобы было удобнее. Так, а вот сейчас аккуратненько. Кабина проходит вот эту верхнюю мертвую точку. И сейчас нужно очень аккуратно, чтобы не насиловать гидроцилиндр, чтобы его не дергало, не рвало. В такие моменты, если продолжать давить, 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 кабина по инерции будет слишком сильно откидываться. Да, на новых машинах не так страшно, а вот если машина БУ уже подгнившая, там, конечно, уже могут быть проблемы. Гидроцилиндр уставший. Бывает, что отрывает ухо. Редко, но бывает. Ну и, собственно, все. Кабина у нас мертвую точку перешла. Можно, собственно, смотреть, что за мотор там стоит. Так, надо мне как-то сюда пролезть. Здесь прям копия МАН. За исключением того, что здесь на клапанной крышке написано не МАН, а написано Sinotruk. Но также написано Common Rail. То есть здесь топливная система Common Rail точно такая же, как и на МАНах. Ну, естественно, потому что это D26 мотор, друзья. D26 – это самый мощный мотор в линейке. В данной конфигурации он развивает 480 лошадиных сил. И, как вы видите, он здесь простой Евро-5 мотор с одной турбиной, без каких-то заморочек дополнительных. Да что, собственно, говорить по этому мотору? Это хорошо известный МАН D26. Ну, как из названия понятно, я уже много раз рассказывал. Прибавляем единичку к индексу мотора.
мотора, и мы получаем диаметр цилиндра. То есть диаметр цилиндра в D26 моторе 126 мм. И, друзья, конечно же, это длинноходный мотор. Соответственно, ход поршня здесь 166 мм. Голова здесь цельная. Напомню, что на предыдущих поколениях моторов MAN головы были раздельные, с раздельными клапанными крышками. Здесь же голова идет целиковая. 4 клапана на цилиндр, 6-горшковый мотор, рядный. Мотор хорошо, очень изучен. Его умеют ремонтировать, но эксплуатировать умеют не все. На самом деле, при должном уходе, при своевременной замене масла, при правильном масле, мановские вот эти моторы спокойно отхаживают более 1 000 000 км. Если сюда лили, скажем так, минералочку производителей, находящихся где-то внизу рейтинга, то такие моторы действительно не доезжали частенько до 1 000 000 км. То есть этот мотор требователен к качеству масла. Хорошее масло, своевременная замена, долгий ресурс. По топливной системе. Топливная система Common Rail, если заливают нормальную солярку, если ставят нормальные фильтры, либо оригинал, либо какие-то мановские или хенсовские фильтра, то топливная система здесь живет достаточно долго. Льете печнуху, ставите сюда какие-нибудь СКТ-фильтры, пожалуйста, друзья, не удивляйтесь, что у вас топливная приезжает на ремонт. Но при этом топливная система Common Rail мановская одна из самых дешевых в ремонте. Дешевле, чем насос-форсунки, дешевле, чем PLD-секция. То есть Common Rail зря демонизирует в этом плане. Довольно надежный мотор без каких-то явных хронических болячек, на которые нужно обращать внимание. Правильное обслуживание, интервалы замены и, конечно же, нормальный водитель в кабине. Что здесь еще и в глаза бросается? Блок управления двигателя здесь бошевский, причем, опять же, сделанный в Китае. Что здесь еще отличается от Мана? Пожалуй, еще то, что здесь отсутствует ручная помпочка подкачки топлива, что немножечко удивительно, но при этом, что сделали китайцы? Они интегрировали в топливную систему электрическую помпу, электрический насос, что на самом деле даже намного и удобнее, чем обычная подкачка. Далее, вот здесь маслозаливная горловина, причем маслозаливной горловины для доливки масла здесь нет, имеется в виду под капотом. Если в Мане это есть, то в Синотраке нет. Например, в Мане щуп спрятан вот здесь, то есть, чтобы посмотреть уровень масла, нужно поднять кабину, то здесь щуп выведен под капот, но нет при этом заливной горловины. По кабине, что можно сказать, утеплитель очень похожий на мановский, но удивляет отсутствие вот в этом месте какого-либо утеплителя. Где он? Он здесь, следы видите? Он здесь должен быть, но его здесь просто нет. То есть вот это место под кулису механической коробки передач, но так как у нас здесь находится, устанавливается роботизированная коробка передач, соответственно, кулисы здесь нет, но при этом нет теплой шумоизоляции. Друзья, как так-то? Да, и пока не опустили кабину, интересная особенность. Вот здесь, соответственно, у нас регулируются фары. Вот такие здесь ключики находятся, при помощи которых мы можем регулировать направление света фар. И так как здесь единственная лампочка, которая меняется, это галогенка противотуманки, то в остальном здесь ничего в плане обслуживания фар делать не нужно водителю. Но при желании можно это все открутить, то есть как на манах. Здесь откручивается болт, и фара на петле уезжает вперед, что фара, что противотуманная фара. Далее, значит, рулевой механизм здесь написано Bosch, но хотя мы знаем, что это ZF-ка у нас, обычная ZF рулевая машинка. Далее, вот интересно, здесь продольная тяга без тавотниц, а вот, например, поперечная рулевая тяга, она идет с тавотницами, она здесь шприцуется. Далее, балка, шкворни. Здесь тоже шприцуются. Если на манах, на мановских балках тавотница спрятана под крышками, то здесь тавотница находится на улице. А почему на европейцах этого теперь нет? Дело в том, что и раньше на европейских машинах тоже были тавотницы, и причем далее все это так, нужно переключить язычок на опускание. Так, опа. Раньше на европейских грузовиках точно так же были тавотницы, как и на советских, так же, как и на китайских грузовиках. Дальнейшая эволюция тавотниц была в виде центральной смазки, то есть стоял блок, стояла банка с консистентной смазкой, и автоматически, в зависимости от пробега или от срока, соответственно, поршенек давил на эту смазку и прокачивал по трубкам, которые приходили у нас на седло, приходили на балку, то есть автоматическое шприцевание узлов и агрегатов происходило раньше.
раньше. Но затем вмешались в эту ситуацию экологи, потому что, продавливаясь, смазка откуда-то уходит, старая смазка, и, соответственно, уходит она куда? Она уходит, падает на дорогу, попадает в окружающую среду и так далее. То есть возбудившиеся экологи сделали все, чтобы запретить подобную систему. И именно поэтому на грузовиках и автобусах, на европейских, нет тавотниц, по крайней мере, видимых тавотниц, и нет центральной смазки. А вот в Китае подобного запрета нет, поэтому здесь есть тавотницы, поэтому лази, хоть обшприцуйся. Хорошо это или плохо, ну, друзья, каждый решает сам, но нельзя отрицать того факта, что Ситрак с точки зрения подготовки к тяжелым условиям эксплуатации подготовлен довольно-таки неплохо. Ну что, кабину опустили, закрыли, но не поговорили о коробке передач. Пойдемте ее посмотрим. Итак, значит, фильтр, про который я начал говорить, здесь стоит грубые очистки, сипар, и в него же интегрирован электрический насос. С точки зрения эксплуатации в холодном климате решение довольно здравое, потому что если у вас замерзла солярка, вам достаточно этот фильтр открутить, вытащить элемент, либо заменить его на новый, либо долить туда размораживатель, либо полностью извлечь фильтр, затем стакан закручиваете, и уже при помощи электрической помпочки с кнопки в кабине вы прокачиваете систему. Если солярка замерзала на мане, например, то чтобы прокачать систему, вам нужно было маслать помпочку, до которой нужно добраться, задрав кабину. А солярка, как правило, замерзает именно в холодное время года, то есть когда максимально холодно, то есть это минус, минус 30, минус 40. И вот вы именно в минус 30, минус 40 поднять кабину бывает просто невозможно. Например, АТФ-чка там старая, например, водичка там скопилась, где-то что-то замерзло, и кабина у вас тупо не поднимается. Тот, кто работал на старых машинах, знает, что это такое — задирать кабину на старой машине в сильный мороз. Иногда это просто невозможно сделать. И вот в такой ситуации, минус 35, у вас замерз фильтр, вы его поменяли или выбросили вообще из системы, чтобы он доходил до двигателя, а на двигателе у нас уже стоит фильтр тонкой очистки, и он находится в теплом месте, и солярка там уже теплая, и она уже оттаявшая. И вот вы выкинули сипар, солярка у вас идет чисто на тонкую очистку фильтр, и вам, чтобы прокачать систему, нужно маслать эту помпочку. А до этой помпочки вы добраться не можете, потому что кабина не поднимается из-за замерзшего подъемника. И здесь очень интересный факт, что вот эта система гораздо интереснее и для холодного климата гораздо более подходящая система, нежели помпочка на двигателе. Вот маленький нюансик, друзья. А вот это вот интересно, да? Когда копия, ну, лучше оригинала в некоторых моментах. Ну и в целом комплектация здесь очень богатая. По крайней мере, практически все грузовики, которые идут в Казахстан, идут в Россию, они богато укомплектованы. Например, в данном случае у нас идет роботизированная коробка передач Traxon. Это новое поколение, это не AS-Tronic, это уже абсолютно новая коробка передач. И она, например, позволяет осуществлять так называемый выход на нейтраль для экономии топлива. Плюс эта коробка может отслеживать топографию местности. Но в любом случае он уступает и вольвовской, и сканевской коробке. К сожалению, они не смогли ее научить работать так, как делают это шведские коробочники. Далее, по комплектации что можно сказать? Здесь у нас стоит Intarder. Ну, я еще не ездил, как он работает, не знаю. Но, в принципе, как он? Нормально он работает. Коробка CF, двигатель MAN. То есть это стандартная европейская агрегатная база. Далее у нас идет кардан и мановский мост. Как бы обсуждать здесь нечего. Но обсуждать можно надежность этих агрегатов, потому что это сделано в Китае, собрано в Китае. Как это будет ходить? Причем статистика пока не накоплена, имеется в виду на большом количестве автомобилей. Машина, сразу скажу, она уже куплена, она уже готовится к отправке клиенту, она сейчас проходит предпродажную подготовку, мы ее просто буквально сейчас вот выдернули. Машину частично отмыли после перегона, как вы знаете, из Китая. Машины гонят своим ходом. Итак, друзья, да, целлофанчик мы снимать не будем, хотя вот здесь уже снято перегонщиками сиденье дермантин. Здесь дермантин у нас идет с перфорацией в центральной части. Вообще комплектации бывают разные, сиденья по исполнению бывают разные. Например, есть сиденья с дермантиновыми боковыми вставками и центральной частью тканевой. Здесь же в данном случае полностью дермантин. Сиденье, что интересно,
и водительская, и пассажирская, имеет пневмоподвеску, имеет кучу регулировок, и также имеется два подлокотника и у кресла пассажира. Обычно на европейских грузовиках такая комплектация, то есть подрессоренное сиденье пассажира, оно встречается обычно в богатых комплектациях. То есть, если сравнивать Ситрак с европейскими грузовиками, то здесь очевидно, что машина в очень богатой комплектации. Обычно российские перевозчики предпочитали покупать машины в максимально скромной комплектации. То есть это конец 90-х, начало нулевых. Это пора Scania Понька, Volvo FM-ка, Renault Premium Восток. То есть это максимально днищенские, что называется, комплектации. То есть нет вообще ничего. Если есть возможность машину без кондиционера, без холодильника заказать, поверьте, они их заказывали. То есть никаких дополнительных регулировок. То есть все самое-самое-самое дешевое, самый слабый двигатель, самая простая обычная коробка передач. В общем, машины настолько были кондовыми, что они отличались от КамАЗа, по сути, лишь только качеством изготовления и, может быть, простором кабины. Потом уже в 10-х годах и вплоть до нынешнего времени перевозчики уже конкурировали между собой, пытаясь заманить водителя на работу. А как можно заманить водителя на работу? Ну, условия труда. То есть хорошая комплектация, вот эти дополнительные опции, это плюсик в комфорт водителя. И водитель, возможно, предпочтет, может быть, работу с чуть меньшей зарплатой, но на нормальной машине, в нормальной комплектации, нежели работу с хорошей зарплатой, но в какой-нибудь самой маленькой кабинке типа Scania Понька без каких-либо опций. Ну, а здесь, если мы будем продолжать, значит, руль обшит дермантинчиком. Это, конечно, не кожа, но при этом это и не пластик. Причем дермантинчик, ну, вполне себе неплохой, терпимый. Гораздо лучше, чем оплетки, которые вот на трассе делают ребята. Далее, холодильник. Есть здесь холодильник. Хотя есть комплектации, смотря какие продавцы, какой комплектации заказывают машины, есть комплектации без холодильника. По спальнику. Спальник здесь такой же большой, как и на манах. И плюс, здесь не просто какое-то удешевление или подобие мановского спальника, он здесь точно такой же. То есть, посмотрите, здесь тоже реечное основание, как и у оригинального ман ТГА. Мановская кровать очень удобная. Кто работал, ну, например, на Volvo, да, вот эти матрасы с пружинками, которые продавливались буквально через полгода, через год, ну, в зависимости от комплекции водителей, то мановские спальники того времени, мы сейчас все говорим о том времени, когда ман ТГА, собственно, только вышел. Этот матрас был, и вот эта кровать была очень крутой. Но она и по сей день, на самом деле, очень удобная. И что самое интересное, верхний спальник тоже самое имеет реечное основание, что очень и очень, друзья, круто. Для водителя на второй полке не предлагается вообще ничего. Нет никаких кармашков, никаких розеток, нет никаких полочек и ящичков. На нижней полке. На нижней полке у нас есть подсветка. Подсветка светодиодная. Пожалуйста. А, можно, кстати, включить. Подсветка есть на потолочке. Причем включается, в манах включается это все с торпеда, все это с центральной консоли переключается, то здесь выключатели вставлены непосредственно в сами плафоны. Это еще одно отличие от мана. Ну и плюс, конечно же, очень крутая вот эти плафончики, которые тоже дают достаточно много света. В отличие от Mana TGA, здесь есть управление в спальнике минимальными какими-то функциями. То есть это стеклоподъемники, водительский, пассажирский, открытие люка и USB-розетка. Единственное, что это выполнено крайне неудобно и крайне небезопасно. Если вы сюда ставите, например, USB-розетку, на шнурок, соответственно, он у вас будет торчать. Давайте покажу. Вот, вы вставляете шнурочек сюда, и он у вас здесь торчит. В какой-то из ночей обязательно эта розетка будет выломана. Розетка, либо это будет выломан зарядник. Крайне неудачно расположено. Если ее располагать, то нужно было располагать выше. Но здесь этого не сделали. Либо выше, либо куда-то в сторону, либо в изголовье повыше переносить нужно было вот эту розетку. Понятно, почему это сделали в средней части. Это чтобы можно было дотянуться и водителю, который спит головой в левую сторону, и водителю, который спит головой в правую сторону.
покажу, насколько водитель здесь умещается. В обуви не буду ложиться. Но, в принципе, по ширине вы сами видите, насколько здесь много мест. Хотя мановский спальник я уже 1000 раз показывал, да и многие уже водители работали на манах, знают прекрасно, что спальник просто обалденный. Тут без переувеличений один из лучших спальников. Да, конечно, сейчас появились Volvo с XXL кабиной, с большой кабиной сейчас Scania появились. Большой имеется в виду с увеличенным по длине спальником. Там вообще прям царский комфорт. Хотя, казалось бы, там увеличили не так много по ширине спальник, по длине точнее, но при этом там кровать теперь, конечно, не как в американском грузовике, но тем не менее гораздо лучше, чем это было там в Актресе, в третьем или в Скании там четвертой серии. Тут вообще говорить об этом нечего. Водителю сейчас гораздо комфортнее работать. Ну и плюс машины современные. Современные европейские грузовики, а Ситрак это копия европейского грузовика, они сейчас ну просто легковушки. Просто легковушки как по материалам отделки, так и по тому, как они рулятся, по тому, как там водитель чувствует себя с точки зрения эргономики. А вот про эргономику давайте-ка сразу и поговорим. Что касается рабочего места водителя. Ну, здесь традиционный остался мановский пенек в рестайлинговом поколении, то есть когда пришли на смену ТГАшки ТГС, ТГХ, потом пришла рестайлинговая версия ТГС, ТГХ, там все равно пенек остается. Он стал усеченным, но все равно оставался. Он здесь абсолютно не нужен, потому что селектор роботизированной коробки передач может располагаться на руле, как это сделано, например, на Скании, как это сделано на Мерседесе. Здесь же на пеньке, причем вот это уже машины модернизированы, потому что на предыдущих Ситраках C7H управление роботизированной коробкой было такое несколько замороченное, не сразу народ разбирался, не сразу понимал, как с ней обращаться. Сейчас здесь установили селектор, похожий на обычные автоматические коробки передач, то есть прямой пас, соответственно, вперед зажимаем курок, у нас режим автоматический, дальше идет режим ручного переключения передач, и боковой клавишей, качелькой мы передачи, собственно, перещелкиваем. Далее на этой же консоли у нас располагается ручник, парашют. Парашют — это дополнительный кран тормозной, который позволяет в движении активировать рабочую тормозную систему полуприцепа. То есть, условно говоря, тормозить отдельно только прицепом, не тягачом, точнее, без тягача. Если мы нажимаем просто педаль тормоза, соответственно, у нас срабатывают тормозные механизмы прицепа и тягача. Если мы пользуемся парашютом, то мы управляем рабочей тормозной системой только прицепом. Далее, розетка USB и управление автономкой. Автономка совершенно невнятная, то есть 4 кнопки, но они никакими пиктограммами не обозначены. Да, предлагается самим догадаться, что за что отвечает. Методом проб и ошибок, методом тыка, как говорится. Ну, я думаю, проблем не составит. Причем управление автономкой располагается точно так же, как на ТГАшке. И располагается оно неудобно. Чтобы управлять автономкой из спальника, вам нужно все-таки проснуться, встать, опустить взгляд вниз и перещелкивать, собственно, пальцами автономку. С этим, конечно, мановцы не продумали. Ну и по поводу утепления, смотрите, вот эти ящики я, кстати, даже не показал. Вот такие ящики, это средняя мановская кабина. Ящики, ну, достаточные, понятно, что в максимально высокой кабине ящики были бы гораздо больше, ну вот что есть, то есть. И вот в этих ящиках появилось утепление. Если первые машины шли просто с пластиком, то здесь уже вот такая войлочная обивка внутри. Говорят, что теперь все ситраки, которые идут в наши страны, они дополнительно теплоизолированы. Ну, это нужно было сделать. И очень классно, что завод реагирует. Реагирует на жалобы, реагирует на пожелания клиентов. Это, на самом деле, ребята, очень круто. Крыша здесь пластиковая, из композитного материала. В самых низких кабинах крыша идет железная, металлическая. Что самое интересное, вот эта пластиковая крыша на самом деле намного тяжелее, чем обычная железная. Вот. А делают ее пластиковой не для облегчения конструкции, а потому что технологически просто проще сделать пластиковую крышу, нежели железную на маны. Идем далее по торпедам. Друзья, здесь, конечно, немножечко косякнули китайцы, потому что здесь торпеда оригинальная, торпеда не мановская, не мановского образца, хотя
общая архитектура, общая планировка, она, конечно же, мановская. Ну и плюс силовые элементы, которые, собственно, эту панель держат, они здесь точно такие же, как и у Mana TGA, но дизайн и вот эти формы, они здесь оригинальные. И что здесь досталось от TGA-шки, это отсутствие горизонтальных поверхностей, то есть здесь нет никаких полочек для того, чтобы положить какие-то вещи, какие-то документы. То есть вот эта огромная площадь, она остается нефункциональной, она не используется. Еще раз, кабины европейских грузовиков намного меньше, чем американских грузовиков из-за законодательных ограничений. И при этом вот такое варварское, расточительное отношение к месту, которое никак не используется. Ну, ребят, ну как так-то? Можно же было сделать, если вы сделали новую панель оригинальную, можно же было мановскую ошибку исправить и сделать панель функциональной. Круто же было бы, круто. Далее, ну здесь вот такие ниши с подстаканниками. Хорошо, что они здесь есть. Далее идут две пепельницы. Пепельницы вообще на самом деле в этой машине аж три штуки. Две здесь и одна закреплена на вот этом поручне. Китай по-прежнему остается достаточно конкретно курящей страной. Количество курильщиков там огромно. И поэтому в легковых и грузовых машинах пепельницы просто по умолчанию есть. Далее сделать в этом же лоточке, в этой же нише у нас две розетки на 24 вольта и на 12 вольт. Хорошо подписано, что понятно, видно, чтобы не перепутать. Причем розетка на 24 вольта на 300 ватт, то есть силовая. Ниже расположился вот такой ящик, очень удобный. Если бы в Мане такой был ящик, было бы очень круто, но в Мане его не было, а здесь он есть. Так, пойдемте дальше. Друзья, давайте по теперь именно рабочему месту водителя. Здесь, потому что все достаточно странно. Включим сразу зажигание. О-о-о. Так, стрелочки сделали круг почета. Далее. Значит, давайте сразу по дизигну приборки. Она здесь, несмотря на то, что общая архитектура мановская, то есть тахометр, спидометр и снизу еще 4 индикатора стрелочных, запас уровня топлива, напряжение в бортовой сети, соответственно, температура охлаждающей жидкости и давление в первом контуре пневмосистемы. Ну а вот этот вращатель — это переключение бортового компьютера. Но бортовой компьютер здесь прямо по сравнению с маном откровенно никакой информации чуть. Ну, соответственно, заблокирован у нас дифференциал или нет. Моточасы, то-то, что-то, какая-то цифра непонятная. Давление масла, давайте заведем. Давление во втором контуре пневмосистемы. Общий расход топлива и расход топлива текущей поездки. Ну, мы никуда не ездили, так средний расход ничего не показывает. Выглядит приборка очень и очень не очень, как говорится, потому что если у Mana TGA, даже самая первая TGA-шка, которая только вышла, у нее такая была прям простецкая приборка, но она выглядела красиво. Крупные шкалы, крупные стрелки. Затем появилась уже модернизированная приборка с хромированными ободками приборов. Выглядела она дорого, сочно, как на легковых машинах бизнес-класса. Действительно, приборка была превосходная. Здесь же китайцы почему-то поскупились, и приборка, ну, очень печальная. Янтарная подсветка, кстати, приборки идет. Что касается мультимедиа-системы, здесь, друзья, грустно-грустно, она подтупливает, конкретно подтупливает. Срабатывает не с первого нажатия, иногда нужно целиться. Так, включил поворотник. Да, загорелась камера. Смотрите, здесь установлено 4 камеры в этой машине. Одна стоит на панели, смотрит вперед. По камере, которую я уже показывал, в основании зеркал заднего вида. И одна камера у нас стоит на перекидке. То есть камера, которая показывает задний обзор. Ну, в принципе, когда у вас зацеплен полуприцеп, толку от этой камеры никакого, от задней. Но когда вы цепляетесь, ну, эта камера может на самом деле помочь. Вот, пожалуйста, она транслирует картинку, что происходит у нас сзади. Для того, чтобы посмотреть левую камеру, включаем левый поворотник. Направо. Не сразу включается. 3-4 секунды проходит, прежде чем включается камера после того, как вы включили поворотник. Ну, достаточно долго. Но в любом случае, с точки зрения безопасности, очень классная штука. Напомню, что европейцы
сделали эту систему обязательной. Теперь обязательно система, которая, как минимум одна камера должна быть с правой стороны, охватывающей мертвую зону, потому что в Европе, там, в частности в Германии, очень распространены ДТПшки, где страдают пешеходы или велосипедисты. Когда водитель поворачивает направо с велосипедной дорожки или пешеход, его часто не видно при повороте, и они оказываются под колесами грузовика. И поэтому эту систему европейцы сделали обязательной. Вот на Ситраке эта система по умолчанию здесь, причем камера и с правой стороны, и с левой стороны. Причем, как говорят, изображение с камер пишется на диск, который установлен, собственно, в головном устройстве мультимедиа-системы. Далее, у нас есть климат. На климат тоже многие жалуются, но об этом нужно говорить в отдельном видосе. Кондиционер, печка, все сюда завязано. Регулировка потоков, направление потоков воздуха. Так, быстренько пробежимся по кнопкам. Верхний ряд кнопок. Аварийка. Аварийка, переключатель работы клаксона. Так, это у нас такой скромненький обычный электрический гудочек. И вот это пневматический. Пневматический очень громкий. Для чего этот переключатель нужен? Для городского режима. Вот так у нас слабенький для городского режима электрический сигнал обычный, чтобы не пугать людей. А вот это уже трассовый режим, чтобы вас слышно было издалека в соседней машине, даже если там включена громкая музыка. Далее, следующая кнопка – это подсветка за кабиной тягача. Например, когда вы подключаете прицеп, когда вы цепляетесь, включаете вот эту подсветку, она, вот этот фонарь, вот этот прожектор вам освещает сзади дорожку. Следующая кнопка – это блокировка дифференциала, электрокорректор фар. Ниже, понятно, у нас управление бортовым компьютером. Здесь сделано как? То есть можно и вот этим переключателем-вращателем лазить по бортовому компьютеру, хотя лазить здесь особо негде. Либо при помощи вот этой кнопки вы можете переключать меню бортового компьютера. На ТГАшке вот эти кнопки, они выходили из строя достаточно быстро, и приходилось их ремонтировать, подклеивать какие-то фольгу какую-то. В общем, колхозить. По-настоящему максимально колхозить. Далее. Внизу мы уже рассказывали про блок климат-контроля. Кстати, выглядит он достаточно неплохо. Даже с какими-то элементами дизайна, трехмерные кнопки. И при этом он диссонирует с этими клавишами. Потому что клавиши как будто бы вообще от другого автомобиля. Ну, просто где-то нашли клавиши и поставили их сюда. Выглядят они не очень. В общем, заглушил двигатель, чтобы не тряслась камера. И давайте быстренько по нижнему блоку клавиш. Далее, управление моторным тормозом, друзья. Здесь можно отдельно включать моторный тормоз, можно отдельно включать ретардер, можно включать автоматическое срабатывание моторного тормоза. То есть, когда вы нажимаете на педаль тормоза, у вас включается, помимо рабочей тормозной системы, включается еще и моторный тормоз. Штука иногда очень удобная, особенно когда вы едете какой-то по холмистой, по извилистой местности, когда вам приходится постоянно притормаживать. Далее, да, конечно же, здесь есть еще и интардер, о котором мы с вами уже говорили. Управление у него точно так же, как и на Мане, вот таким рычажком. Интардер штука реально очень мощная, она очень эффективная. А вкупе еще и с моторным тормозом развивает сумасшедший крутящий момент на торможение. Далее, вот эта кнопочка как раз прокачка топливной системы, о которой мы с вами говорили, которая установлена в фильтре грубой очистки. Камера, конечно, микрофон сейчас отфильтровывает звук, но слышно, как начинает работать моторчик, электродвигатель, который качает солярку. Далее, вот эта кнопка, которая позволяет запоминать смотрите, там стоит пульт пневмоподвески, на этом пультике вы можете запомнить положение пневмоподвески и внести их в память. Затем, не тянувшись к этому пульту, вы можете в любой момент включить одно из положений. То есть, вот, оп, машина сейчас скорректировала пневму, и она поднимается и опускается. Сейчас я включаю в среднее положение, и подвесочка у нас опустится в транспортное положение именно. Далее у нас переключение между баками идет. Переключается это все вручную. Либо вы едете на левом баке, либо едете на правом, либо вы едете вообще всегда на одном баке, второй не трогаете. Например, на Ивеко, хоть я и непродолжительное время на ней ездил, я ездил только на основном, на большом баке. Левый бак у меня был такой резервный. На всякий случай у меня там была залита хорошая солярочка, уже 100% не замерзшая. И в
случае чего можно было переключиться. Следующая кнопка – это управление люком. Далее, следующая кнопка, так как машина подготовлена под ADR, следующая кнопка – это включение проблесковых маячков на крыше. Следующая кнопка – огни автопоезда, и вот эта клавиша активирует режим помощи при трогании в горку. То есть, когда вы остановились на подъеме, и чтобы машина у вас при трогании не откатывалась назад, то есть вы убираете ногу с педали тормоза, рабочая тормозная система еще несколько секунд придерживает колодки, придерживает машину на месте. Этого хватает для того, чтобы перенести комфортно ногу на педаль газа и спокойненько уже в горку тронуться. Опция очень классная, опция очень эффективна. Ну и нижняя кнопка – отключение противобуксовочной системы и отключение системы стабилизации. По рулевой колонке, да, здесь мановская схема. Блин, здесь уже опять надо завести машину. Далее, значит, левый подрулевой переключатель отвечает за работу поворотников, за сигнал и за дворники. Конечно, здесь мановская система, форсунки расположены на поводках стеклоочистителя и брызгают непосредственно под резинки. Благодаря этому снижается расход незамерзайки. Видите, и вверх, и вниз брызгается под дворники. Стекло меньше затирается, дворники благодаря этому служат дольше, и незамерзайки вы покупаете и заливаете гораздо меньше. Так, ну что, давайте немножечко прокатимся на машине. Так, пристегиваемся. Руль, как уже говорил, здесь регулируется так же, как и на ТГАшке, то есть зажимаем кнопку левой пяткой, и вот так у нас регулируется руль. Переводим селектор роботизированной коробки передач в автоматический режим. И потихонечку погнали. Ребята, ну это ман. Это реально ман. Точно такой же звук Карлсона. Точно такой же звук двигателя. Прям один в один. Один в один. Немножечко шатает кабину на пневме. Так. Вот, наверное, претензия, какая у меня к роботизированной коробке, она заключается в том, что не фиксируется рычаг в промежуточных положениях. То есть ты перескакиваешь, тебе нужно смотреть, чтобы не перескочить тот или иной режим. Так, трогается машина внятно, прогнозируемо. На руле есть кнопки, кнопки управления телефоном. Так, это у нас управление круиз-контролем. Кнопки плюс-минус, память. Окей. Так, это мы сейчас будем маневрировать. Так, включаем заднюю и аккуратненько выруливаем. Так, помогает нам здесь, само собой, камера заднего вида. Так, и аккуратненько мы едем. Ну да, места здесь мало. Ну, хоть как-то проехаться на машине, понятно. Ну и в любом случае, тягачом мы особо ничего не поймем. Но даже вот такой маленький тест-драйв по площадке уже интересно. Зеркала. По зеркалам тоже надо, конечно, парковаться, но сейчас каких-то затруднений я не обнаружил. Естественно, здесь у нас электропривод зеркал, естественно, у нас есть подогрев зеркал, причем и нижних, и верхних зеркал. Мягенько, комфортненько. Итак, друзья, ну что, пришло время подвести промежуточный итог нашего обзора Ситрака C7H. В этом ролике мы просто рассказали о том, что это за модель, как она устроена, какая у нее агрегатная база, что вообще из себя представляет этот автомобиль. Но мы будем делать отдельный ролик, посвященный тому, что в этой машине уже всплывает
поплыло в ходе эксплуатации, хотя машины достаточно свежие и новые для нашего рынка, практически не изученные. Сейчас только нарабатывается статистика по каким-то недоработкам, неисправностям, которые выходят в ходе эксплуатации. А мы давайте подведем итог, вот исходя из того, что дано сейчас на данный момент. И, конечно же, в первую очередь в активе этой машины это то, что она создана на базе MANA TEGA. Точнее, не на базе, это лицензионная копия MANA TEGA. Машина производится в Китае на агрегатной базе MANA, использует технологии MANA. Второй момент, конечно же, это богатая комплектация. Машина нафарширована MAMA. И это не самая топовая комплектация. Есть еще более богатые версии этих грузовиков. Опять же, от продавца к продавцу разнятся комплектации. И, конечно же, друзья, это цена. Третий просто гвоздь этой машины – это цена. Если мы сравниваем с ближайшим конкурентом на российском, например, рынке среди магистральных тягачей, то, ну, и, во-первых, и выбор-то особо невелик на данный момент, что уж тут говорить, то главный конкурент – это КАМАЗ-54901. Именно не 54-90, а 54-901. Потому что здесь широкая кабина, высокая крыша, там две спальные полки, богатая комплектация, мощный мотор и так далее. Так по цене, конечно же, он просто безоговорочно выигрывает Ситрак C7H. Но и минусы, конечно же, есть. В первую очередь это минус в плохо развитой сервисной сети, потому что большое количество продавцов, многие из них держат свои сервисы, непонятки с гарантийными обязательствами. И чтобы выстраивать бизнес перевозок, используя в качестве флагмана флота, да, компании Citroёn C7H, ты как перевозчик должен быть уверен, что машина в любой точке страны, в которой она эксплуатируется, может найти сервис, в котором будут специалисты, которые эту машину могут починить, и будет склад запчастей, или, по крайней мере, запчасть можно будет найти в радиусе там 1000 километров и привезти за пару дней, чтобы машина не выбывала на долгий срок из работы. Вот эти вопросы сейчас, как я понимаю, нужно решать с этой машиной. Но, скорее всего, учитывая, что альтернативы-то этой машины практически нет. Ближайший конкурент из Китая – это Фотон. Но они ни шатка, ни валка там продаются. А эта машина все-таки уже обрела популярность и по большому-то счету, не имеет особо конкурентов на российском рынке. В общем, вот такой у нас кратенький обзорчик, друзья, получился. Не забывайте писать в комментариях, что вы думаете об этой машине. Пишите об опыте эксплуатации, если вы уже ездите на этих машинах, работаете на этих машинах. Ну, а на этом пока все. Традиционно дизлайк, подписка. А пока, всем пока.